Всем привет, меня зовут Анна Карпеева, и это мой YouTube-канал, и YouTube-канал школы Speak Astrology. Это Академия Астрологии и Таро, где мы обучаем людей быть осознанными, быть ведьмочками, быть волшебницами. Итак, стрельцы, это прогноз для вас на январь месяц. Что вас ждет в январе месяце? Ну, начнем с того, что 11 января новолуние произойдет в знаке Козерога. Для вас это второй дом. Что это означает? Это дом ресурсов, дом вашей самооценки, дом денег, дом финансов, дом имущества. Означает новый источник дохода, новые возможности, связанные с новым источником дохода. Возможно, у вас появятся новые интересы, если вы будете их дальше развивать. Пожалуйста, как заработать деньги? Пойдите на курс «Как заработать денег». Прочитайте книгу «Богатый папа, бедный папа» Роберта Киосаки. Сделайте что-то в финансовом плане для того, чтобы у вас фокус внимания. Новолуние — это всегда формирование на следующий, на самом деле, 12 месяцев нового источника дохода, ресурса. И вы знаете, я бы даже посоветовала стрельцам, и, наверное, всем остальным знакам я тоже буду это советовать потом, когда вот у вас будут происходить какие-то такие события звездные. Есть такая штука, как постановка цели финансовых себе на год. Так вот, для стрельцов как раз таки январь месяц — это месяц, когда вы можете сфокусировать свое внимание на каких-то финансовых целях и действительно запрограммировать свой год. Запрограммировать упустим, но хотя бы цель, когда вы начинаете, да, активно вообще хотя бы визуализируете или называете конкретные цифры, попробуйте. Даже если вы скептик, вы удивитесь, но такие вещи работают. Только не надо там программировать и задвигать себе те цели и суммы, которые действительно для вас могут быть на данный момент недоступны. Поэтому стрельцы, финансы, денежное такое новолуние, формирование нового источника дохода. Полнолуние произойдет 25 января и произойдет оно в знаке Льва. Для вас это девятый дом. Дом связан с путешествиями, передвижениями, перемещениями, либо окончанием какого-то обучения, когда вы ставите точку, возможно, вы закончили что-то, получили какие-то знания и будете их монетизировать, как вариант. Повышение квалификации, которое повлияет на ваш заработок. Либо вы получите, вы хотели куда-то поехать, вы хотели визу открыть для себя в какую-то страну, и вы наконец-то можете получить эту визу, да, там в конце января. Полнолуние — это означает, что вы как бы получаете что-то. Дом Бога, вы получаете благословение Господне на хороший финансовый рост и прекрасные новые возможности. Главное что? Главное — видеть возможности и обращать на них внимание, держать в фокусе внимание, и тогда все будет ок. Ну и плюс что-то делать надо, да? Очевидные вещи. Следующий момент, который тоже хочу вам рассказать. Вами управляет планета Юпитер, соответственно, в январе эта планета будет идти прямо. Для некоторых людей ретроградный Меркурий означает разные остановки в жизни, а для вас это Юпитер. Юпитер был ретроградным. Весной, возможно, у вас могли останавливаться какие-то проекты, что-то шло на стопе. В январе месяце эта планета, она разворачивается и формирует, кстати, большой такой треугольник, буду сейчас говорить, печать счастья. Печать счастья будет связана с вашим видом деятельности, с работой и с деньгами. Поэтому, стрельцы, ликуйте. Когда, как не в январе, сорвать куш финансового успеха и финансового наслаждения и материальных наград. В общем, если у стрельцов что-то не получается, то это означает, что вы просто не делаете абсолютно, либо вы не стрелец. Потому что возможностей куча в финансовом плане, в работе, в карьере, фокус внимания на развитии своих проектов, предоставление услуг для других людей, где вы сможете заработать очень неплохие деньги. Поэтому вперед, стрельцы, январь. Следующий момент, на который стоит обратить внимание, могут быть повышенные какие-то расходы тоже. То есть в то же время, несмотря на то, что у вас появляются новые возможности финансовые, у вас также в январе могут быть какие-то расходы, какие-то траты. Как бы не нужно экономить, скажем так, совет астролога — не экономить, на себе тем более, ни в коем случае. Покупаем себе все самое лучшее, живем на широкую ногу, наслаждаемся жизнью. И
Вот эти вот траты, они могут быть связаны как раз-таки с инвестициями в собственный бизнес, либо в собственные ресурсы. Ну вот куда-то вы будете тратить деньги. Это может быть инвестирование либо как в проекты, либо доходы от каких-то проектов, но также они как будто бы эти деньги перераспределяются. Вы же знаете, что для того, чтобы запустилась вот этот механизм материального наслаждения и удовольствия, нужно, чтобы было какое-то движение. Финансовые движения любого рода в январе для вас это просто означает невероятный успех. Для стрельцов вы будете выглядеть очень привлекательно. Кстати, вот то интересно, действительно, вы обратили внимание, привлекательные люди зарабатывают больше денег. Чем привлекательнее человек, чем он красивее, тем больше денег он зарабатывает. У него может быть харизма или у него может быть, вы знаете, такое состояние, когда он в потоке, в ресурсе. Январь такой месяц для вас, потому что планета любви, денег, красоты и наслаждения заходит в ваш первый дом. Когда, как не в январе, вам понаслаждаться и жить на полную катушку, потому что Венера будет в знаке Стрельца. Какой-то оптимизм такой может тоже у вас присутствовать. Очень хороший месяц для того, чтобы делать инъекции, какие-то покупать себе вещи тоже. Вы будете особенно привлекательны. Сделайте, назначьте дату фотосессии, устройте для себя фотосессию. То есть вы будете привлекательны и покупать вещи в этот период особенно классно, потому что вам подойдет то, что вы приобретете. И если вы планируете косметологические процедуры, тоже они будут успешными достаточно. Меркурий у нас уже больше не ретроградный в январе месяце. Он ходил долго у вас в первом доме. Соответственно, мне кажется, либо какие-то разговоры, либо что-то, если вы ждали, да, было на остановке, в рабочие моменты, какие-то вопросы, связанные в партнерстве. Вот непонятно было, была какая-то остановка. В январе все запускается, идет вот прямо, если были где-то какие-то сложности с реализацией, то здесь как бы тоже все идет вам на пользу, и вы получите результативность. Начиная с 16 января планета Меркурий переходит в ваш второй дом. Это опять-таки ценности, покупки, возможно, вы подписываете какие-то документы, оформляете договора тоже, и все-все-все, весь месяц это финансовая, денежная история. Начало января очень сильно работоспособное, может быть, и денежное у некоторых стрельцов. Видимо, не все вы прогуляете, и это хорошо. 3-4 января с друзьями вам захочется быть где-то, гулять, находиться в окружении друзей, в окружении единомышленников. 5-6 января и 7 января побыть совет наедине с самим собой. Нужно находиться в каком-то заточении, помедитировать, пойти к психологу. Может быть такое задумчивое настроение, упадок сил. Здесь вы сохраняете свою энергию. На 8, 9, 10 января советую вам, если вы планируете сделать косметологические процедуры или купить себе вещи, вот эти дни, они максимально полезны для того, чтобы реализовать себя в том, чтобы стать безумно красивой, проинвестировать свою внешность. 11 января, соответственно, будет новолуние финансовое, да, новых источников для дохода. 12-13 января может быть связано у вас с путешествиями, с поездками. Начните читать книгу, позвоните брату или сестре, сходите к соседу, вот. 14-15 января связано с домом, нахождением дома, захочется посидеть дома, ну и по рекомендациям такое домашнее настроение провести его в кругу семьи. 16-17 января, если вы тот стрелец, который хочет забеременеть, либо хочет, он один и хочет любовных утех, на 16-17 бронируем столик в лучшем ресторане, смотрим, идем в кино, в театр и обрастаем новыми знакомствами. И либо же, если вы женаты или же вы замужем, это тема творчества, детей, секса с женой или с супругом, что, в принципе, тоже можете посвятить всего себя своей второй половинке. 18-19 января – успешные дни для финансов, для начала нового вида деятельности, для дохода, для того, чтобы вы получили какое-то денежное вознаграждение. 20-21 января – рутинные обязанности. Смотрите, будете стараться все тоже успевать.
фокус внимания на партнерстве. Здесь ваш партнер будет вас зеркалить, посмотрите на него, если происходит конфликтная ситуация. Вы можете 22 числа, это такой день, будет разочарование. То есть посмотрите, не знаю, насколько вы там прям следите по датам, но вот может быть состояние такого разочарования, да? Как будто бы вы вот, не знаю, у вас были какие-то надежды, вы испытываете разочарование. Поэтому в этот день точно на свидание не ходить. 23 января можете поссориться с кем-то. Можете быть очень сильно импульсивно ранимым. Вот в этот день я не советую совершать никакие вложения и инвестиции. Потому что здесь может быть 23-24-25 потери денег. После 25 числа, как я уже сказала, у вас полнолуние связано с либо путешествием, либо с окончанием каких-то курсов, либо с получением какого-то диплома. Все, всех поздравляю с Новым годом. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал. Ссылка и описание нашего сайта, наших услуг внизу. Всем хорошего настроения. Всем пока.